протяжении 2 лет. Каждый выпускник, заканчивающий школу, проходит эту пытку, и сначала он рассказывает мне, что у него нет ни слуха, ни духа, ни голоса, а потом рождаются таланты. Да, перед вами стоит второй выпускник Международной школы управления ГИЛОН, Виктор Владимирович Тереховский. За эти 2 года этот человек стал для меня большим другом. Пусть не обижаются мои выпускники, но ты тот, кому я могу рассказать, когда мне хочется плакать. И это спасибо, что ты меня слушаешь и говоришь, все замечательно, вперед, лети. Да, Виктор Владимирович Тереховский. Счастливый человек. Достойный сын своих родителей. Спасибо, что вы здесь. Счастливый семьянин, Катюша, Лёва, спасибо, что вы здесь. Руководитель которого уважают, понимают, слышат. Компаньон, который делит хлеб со вторым своим компаньоном. Он сооснователь компании «Анон Маркетинг» и президент сообщества объединения живых компаний. И сейчас будет его дипломная защита. Поддержите его, пожалуйста.